Друзья, сегодня мы пришли на водопад Магасо. Очень живописное место, посмотрите, такое ущелина. И там внизу течет река и водопад. Уже были мы здесь, но всегда приятно здесь купаться. Помните, я говорил вам, здесь очень приятная энергия. Вот, раз не заплатила. Вот, и... Вот... Thank you, hello. Видите, все приветствуют вас. И вот мы и приехали, Ralph Fiennes и Раслин, я. И мы сейчас будем спускаться. Видите, сейчас Раслин открывает. Пакуемся и будем там купаться. Обязательно искупаемся. Посмотрите, очень такая зеленая, пышная растительность. Видите? Вот написано Магасо Фоллс. Видите, купили билетики. И сейчас будем спускаться. Большая лестница здесь. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Всевозможные пещеры. Видите, здесь есть пещеры. Но это где-то не здесь, это недалеко. Угу. Недалеко здесь разные пещеры. Эстебан, пещера, Инанбакан, Сприн, то есть Сприн это источник, Инанбакан Кейв, пещера Инанбакана и Магасо Фоллс. Видите, почему-то здесь два водопада. А, это просто два фотографии. На самом деле там один водопад, но очень мощный, очень мощный. Ну, сейчас вы увидите, видите, даже внизу вот это Мандануноз, Мандануноз. Кейвен Спринг, то есть это означает пещера с источником, то есть с озером. Вот мы готовимся, только что мы хорошо поели в ресторане Васем, буфе, то есть шведский стол, и мы сейчас будем спускаться. Вот у Ралфа, видите, термос с холодной водой, он всегда носит. И мы сейчас будем вот все собираются, и я начну. Отправляемся, чтобы посмотреть с вами. Эти лестницы достаточно длинные будет, сразу предупреждаю. Вот, ну, потом, когда поднимаешься, но зато очень приятно, потому что совершенно внизу не жарко. Эти уже вот так спускаешься немножко, и уже чувствуется, что более такой свежий воздух. Жары уже нет, уже все. Вот жара прошла, тень. Идем. Это, наверное, мое пятое посещение этого водопада. И, в общем, каждый раз я был всегда доволен. То есть очень хорошее. Могу дать хорошие рекомендации по поводу этого водопада. Вот хорошо сделали вокруг, видите, много растительности. Вот спускается наша команда. Вот. Видите, Раслин решила посчитать количество ступенек. Видите, уже 44 насчитала. Перила сделаны. Я думаю, что где-то 200 ступенек. Уже 50 досчитала. Слышите шум? Вот это шум уже водопада приближается к нам. Все более и более свежо становится. Вот уже можно увидеть там речку, если вот так присмотритесь, то вон там будет уже зеленая речка. Вот люди отдыхают, столики, приезжают на пикник, чтобы еду, приезжают на пикник, чтобы посидеть, отдохнуть. Прямо несколько машин вы видели наверху,
несколько машин, прямо больших джипов приезжает и все привозят, и люди отдыхают. Воскресенье сегодня. Идем. Вот интересно, сколько раз мне насчитает ступенек. Вот, видите, уже видно шум. Посмотрим, сколько здесь людей. Вода здесь замечательная. Чистая, свежая. Очень приятно купаться и чувствуешь большую свежесть. Ну, кто уже смотрел мои старые видео, то, конечно, знает, что мы уже тут были. И я тут немножко поснимаю. Вон, видите, сделали фотографию все. Давайте мы немножко поснимаем отсюда. Делают фотографии, видите, дают те самые защитные жилеты, чтобы никто не... видите, вон уже. Вот это озеро. Вот люди. Достаточно много людей, но очень приятно. Глубоко приятно, так что очень хорошо. Вон водопад, давайте я вам покажу. Вот, видите, вот он. Вот отсюда хорошо видно все озеро. Достаточно глубокое. Вот здесь еще можно стоять. А вон там уже все дно не видно, даже не видно его. Купаться очень приятно. Видите, половина озера в тени, половина солнца. Так что на любой вкус. Многие могут подниматься по этому водопаду. Вон там можно подниматься, но он достаточно скользкий. Так что мы сейчас, в общем-то, все и увидим с вами. Видите, люди все прибывают и прибывают. Становится все более и более популярным. Место все более популярное. Еще несколько ступенек. И мы оказываемся. Здесь, конечно, явно не доделано, но вот как мне объясняли, что он разрушился после землетрясения, по-моему, то ли в 13-м, то ли в 12-м году. Было сильное землетрясение здесь. И действительно там поразрушались дороги. Даже когда я приехал на Филиппины, вот дороги были в трещинах от того землетрясения. В 14-м году я приехал. Вот. Ну, здесь филиппинцы и иностранцы отдыхают. Сейчас мы... Пробуем сюда пройти. Сейчас ищем, где наши. Где же? О, а, вон Раслин. Давайте Раслин, пойдем к ней. Вот, собачки ждут своих хозяев. А? Слепер, видите, говорит, скользко здесь. Но я знаю, что здесь скользко. Вот, видите, много людей. Вот вам весь обзор. И сейчас мы искупаемся. Наши искупаться. Если вы приходите, обязательно купайтесь. Вот так, сюда вход. И вон там потихоньку прошли. И там уже можно плавать. Ну, вот вам, видите, и совершенно не жарко. Вот покажу вам все, как вокруг это все выглядит.